Привет, ребята! Давайте сегодня мы нарисуем с вами забавного крокодильчика. Готовьте ваши краски. Сегодня я рекомендую вам взять гуашь. Обязательно возьмите палитру. У меня половинка бумажной тарелочки. Можно взять пластиковую палитру и краски. Готовьте кисточки и воду. Приступаем! Первым делом мы возьмем с вами зеленую краску и проведем полоску. Вот такую вот яркую зеленую полоску. Потом нам нужно с вами нарисовать туловище нашего крокодила. Вот такими легкими движениями. Ну, мы нарисовали наверху ротик. Должна быть и вторая половинка. Если вам кажется, что у него маловат рот зубастый, можно его дорисовать побольше. Вот таким образом. Теперь к туловищу нужно добавить ножки и ручки. Ручка 1, ручка 2 и две ножки. А на ножки мы оденем ему ботиночки или туфельки. Не забывайте ему еще сделать такой длинный хвост крючком. Ботиночки могут быть любого цвета. Я сделаю ему ярко-розовый, например. Смою сейчас кисточку от зеленой краски и возьму потоньше кисть, чтобы нарисовать наши ботинки. Вы когда-нибудь видели крокодила в ботинках? А у нас будет вот такой волшебный. Также нашему крокодилу не хватает глазок. Для этого возьмем нашу палитру, зеленую краску, смешаем ее с белой или с желтой, потому что нам нужно сделать такой светлый цвет. Я добавлю, наверное, и капельку желтого, и капельку белого, и зеленый. Хорошенько перемешиваем и теперь рисуем глазки. Пока они будут у нас вот такие. Теперь нужно нарисовать зубки. Но чтобы у крокодила было зубки наши видно, мы возьмем с вами белый и маленькую точечку фиолетового. Прям совсем капелюшку. И нарисуем ему зубы. Будет зубастый крокодил. Также берем белую краску и сюда нарисуем ему глаза. Готово. Теперь снова смываем нашу кисть. И я предлагаю розовой краской нарисовать ему щечку. Можно розовый немножко развести с белой, чтобы был светло-розовый такой. Рисуем ему розовую щечку. Также у крокодила есть еще пятнышки. Для этого мы возьмем с вами черную краску и добавим сейчас ему, во-первых, на носу у него вот такие вот дырочки, через них он будет воздух потреблять. На дырочках нарисуем черные пятнышки и на глаза не забудем. Кое-где поставим его на носу
И вот здесь тоже везде. Давайте еще не забывать, что у него есть на спине шипы. Шипы мы можем сделать зеленые, а можем веселые, разноцветные. Поэтому я предлагаю нам сделать ему яркие шипы такие. Треугольнички яркого цвета. Буду пропускать места. Сначала сделаю розовые, а потом еще добавлю другие цвета. Розовые. Теперь возьмем желтый. Также еще останется место, чтобы добавить сюда фиолетовые, например, или голубые, какие захотите. Вот таким образом. Какой у нас получится забавный яркий крокодил. Можно в руки дать ему еще подарочек, шарик, что хотите. Рисуйте с удовольствием слева.